Итак, первый номер будет привычным для тех, кто на мои концерты ходит. Это композиция из гитарных историй под названием «Шкодный блюз». А дальше уже начнется отклонение от условной нормы. Я вам буду показывать что-то, что вы, наверное, не слышали никогда. Итак, «Шкодный блюз». Все хорошо слышно? Громче не надо? Хорошо. Итак, номер, который вы, скорее всего, не слышали, если кто-то из вас чудом не оказался 15 июня в Петербурге, где состоялась премьера номера, который я до этого со сцены не исполнял. А у него есть маленькая предыстория. Дело в том, что у меня был период в жизни, который длился где-то 4,5 года, когда я играл на бас-гитаре. И во время экспериментов с бас-гитарой я очень-очень прикололся к басовым трезвучиям. И потом, когда я оставил этот инструмент и понял, что мне надо идти путем гитариста, ритм-гитариста такого, который воссоздает звучание целой рок-группы в одном инструменте, эксперименты и вот эти какие-то впечатления от этих исканий на бас-гитаре, они меня долгие годы не оставляли. И по мотивам своих этих экспериментов я написал номер, который называется «Тоннель». Поехали.
струны немножечко начинают капризничать. Сейчас, одну секунду. В Москве во второй раз в своей жизни. Первый случился в театре «Эрмитаж», я его исполнял, в принципе, с тем инструментом, для которого это все это предназначено, для гитары с виолончелью. Но многие годы он существовал как гитара и попытка спеть за виолончель. И поэтому, возвращаясь к исходнику, я сегодня спою за виолончель. Номер этот относится к... У меня был период до того, как я стал писать песни. Композитор во мне проснулся сильно раньше текстовика. Свои первые тексты стал писать на подступах к 20 годам. Свою первую музыку я сочинил в 14. И уже к 18-18 с половиной у меня был ряд гитарных сюит. При том, что с моей сегодняшней колокольни я вижу, что это детские искания, но как таковые они носят достаточно уже оформленный характер. И в каком-то смысле я узнаю себя, это очень романтический, еще такой необломанный мальчиш такой, большие глаза, который смотрит на мир. И в этой музыке есть вот это качество, состояние очарованности. И какая-то ипостась уцелела даже по сей день. Хотя, конечно, ей вломили, и не слабо, но, в общем, не убили до конца. И поэтому из уцелевшей части себя вот будет это повествование о том, как, о том, из чего я почти полностью когда-то состоял. Песня эта называется «О том, чего не было». Песня без слов.
кто на моих концертах бывает довольно нередко, эта песня знакома хорошо. И это действительно был такой знаковый номер для меня. Когда... Ребят, заходите, и вот просто чем ближе к центру, и чем ближе ко мне, тем вы будете в более сладкой звуковой точке. Поскольку я сам всегда строю звук с перспективы слушателя, это просто проверенный момент, я гарантирую, что это так. Потому что это тема многолетних исследований. В принципе, я 9 лет учился тому, чтобы стать приличным звуковым инженером и мастеринг-инженером собственных записей. И есть какие-то вещи, вот, которые, они действительно мои, вот как вот гитара, я просто начинаю видеть звуковые связи, не зная ноты, не имея формального образования. А есть какие-то вещи, которые в связи со звуком, которые реально пришлось высиживать с задницей. Чтобы научиться слышать более или менее, как слышат настоящие звукачи, мне пришлось положить 8,5 лет. Причем так почти ежедневных посиделок. Там это, в принципе, это определенное состояние сознания, я бы сказал. То, что становится темной, узкой лесной тропкой, абсолютно неосвещенной, вот за годы превращается в 16-рядный хайвей. Просто вот это момент, наверное, нейросинаптических связей, которые ты опытным путем через много сотеночасовые, тысячечасовые тренировки, ты просто научаешь их видеть тонкость, видеть разницу, видеть нюансы. Но я думал, что по щелчку, конечно, ушки на макушке, не тут-то было. Почти 9 лет. Итак, возвращаясь к этому номеру, он важен для меня тем, что обычно музыка, она рождается изнутри. Просто возникает вот это движение, и ты идешь вслед за этой вибрацией, и по ходу она просто оформляется из твоего сердца, из-под твоих пальцев. С этой композицией получилось немного по-другому. Провокация пришла извне. Случилась зимняя поездка на ночном автобусе, когда я переехал в Соединенные Штаты, и мне очень сильно вот это состояние уединенного, концентрированного вот этого смотрения в окно, за которым убегает вот этот заснеженный ночной хайвей, это мне очень сильно долбануло по сознанию. И был вот этот вот взвинченное состояние, оно сладкое, стрёмное, адреналиновое. Вот. Я хочу запечатлеть его, я хочу передать в звуке вот аналогию того, что я ощутил в той ночной дороге. И родилась композиция, которая называется «Ночной хайвей». Thank you.
Спасибо, спасибо вам огромное. Атмосферный зал. Конечно, в залах попроще, они и подоступнее по цене, и цена на билеты, соответственно, демократичнее, но благодаря вот таким местам, рафинированным, тонким, классным и техногенным, пусть ценой более дорогих билетов, открывается возможность совсем иных измерений. Это то, куда я хочу увести свою музыку, подальше от кабаков. Я хочу показать, явить людям, которые промахнулись мимо рок-н-ролла в его формирующие годы, то, каким его застал я, будучи подростком в 70-х, насколько это достойная волшебная музыка. Подальше от этих мест, где есть грибные жульены и пивные банки. Вот в рафинированных камерных залах начинает приоткрываться просто вот ровно то волшебное пространство, которое меня притянуло, когда был совсем юным. Оно есть, его на самом деле несложно почувствовать. Нужно просто соблюсти ряд нехитрых условий. Едем дальше. Композиция. Спасибо. Композиция, которая, вы знаете, когда я готовил концерт и замерял по секундомеру длину своих вещей, я с удивлением обнаружил, что эта композиция, она длится всего 100 секунд. Около 100. Ну, 101-102 от сил, в общем. Минута 40 секунд. Бывают вещи, которые длятся 20 минут, но пролетают как за 6, за 7. А это я был просто удивлен, что она такая коротышка. Композиция, которая называется «Вода» из альбома «Гитарная история». Следующий номер. Был у меня такой период, в общем, он, наверное, стартовал где-то года в 22,5, и длился он довольно долго. Дело в том, что, я не знаю, может, потому что я в год тигра родился, но как-то у меня к гитаре был очень такой кошачий подход, причем не ласковый, именно такой вот тяжелые хищные кошки. Мне одновременно хотелось, чтобы это был как удар лапы, мне одновременно хотелось, чтобы она при этом мяукала. Когда я был юным, и у меня была моя первая гитара, и меня отец привез из Москвы в Новосибирск конструктор немецкий, который состоял из металлических пластин. У меня еще были слабые лапки, я не умел подтягивать струны. Я приделал металлическую пластину в надежде на то, что у меня получится сделать качалку, и на акустической гитаре я раскачу, чтобы они... Вот. Соответственно, конечно, у меня ничего не получилось, я просто оторвал порожек со струнами, как бы перетянув эту пластину, потом пытался приклеить его обратно, посадив на эпоксидный клей. Но вот это желание вот этих... Это во мне засело глубоко и надолго, и, в принципе, вещью, которая является вот квинтэссенцией вот этого кошачьего периода в моих гитарных исканиях, это, наверное, когда мне было около 24 лет, тогда написалась композиция, это был Питер. Написалась композиция, которая называется «Свингующая кошка». Поехали.
Следующий номер. Он тоже о теме довольно горячей и близкой мне в определенный период жизни. Мне сильно пришлось побыть беглецом. И стрёмно это состояние, вам скажу. Но вот композиция, в отличие от «Хайвея», которая, когда провокация приходит снаружи из того, что ты увидел и пережил, и потом ты хочешь найти аналогию в звуке. Тем не менее, вот этот номер, он, как большинство номеров, он рождается все-таки из гитарного хода. Ты экспериментируешь, очень часто бывает, что восхитительные находки рождаются абсолютно по ошибке. Ты ставишь палец на струну, она соскакивает на соседнюю. Ты ставишь ее на определенный лад, она сползает на соседний. И вот из-за этого сбоя, из-за того, что твоя интенция, она вдруг подверглась внезапной модификации, в этом раскрывается форточка возможностей. В этом смысле мне повезло, что вместо того, чтобы поправить и исправить, я так, что это было? Я начинаю исследовать. И вот в этих расщелинах, внезапных и нечаянных, находятся просто невероятные залежи, невероятные коридоры. И мне просто посчастливилось очень часто спотыкаться и попадать не туда, куда я собирался. Но в итоге, в общем, есть невероятные звуковые катакомбы, в которых мне посчастливилось побывать. И вот этот номер, он, да, вот он тоже как-то родился из-под пальцев. «Уходя от погони. Гитарная история». Конечно же, классика жанра. Пинг-понг. Только наш сибирский мальчик дорвался до крутой примочки в Нью-Йорке в 91 году на последние 325 баксов, потому что она стоила 500, и вдруг была такая распродажа. На этой распродаже апрельской 91 года я купил примочку, которая, наконец, вот этот лакомый мир гитары, которая модифицируется во что-то, и она начинает обретать какие-то удивительные оттенки, в частности, оттенки пространственные. Я дорвался до этого в 29 лет. Один из первых номеров, который написался по приобретению этой примочки, она по-прежнему со мной, хотя столько они не живут. То есть по стандартам жизни электронного процессора, то, что у меня вот по правую руку от меня, это, можно сказать, это диплодок, это тираннозавр.
обычно, ну, как бы цикл жизни гитарной примочки, если речь не идет о раритетах таких крутых, антикварах, это, ну, 7 лет. 7 лет. Жизненный цикл гитарного процессора 7 лет. Технология обновляется, процессоры становятся быстрыми, люди придумывают новые алгоритмы. Не обязательно становится лучше, но возможности какие-то растут, и музыканты забрасывают свои любимые старые грузовички, вцепляются в новые, и начинается новое нарезание кругов по этому рок-н-ролльному песочнику. И то, что я, что у нас получается, свыше четверти века пользуюсь ей, это неслыханно. Пинг-понг, блюз. Thank you.
декабрьским вечером у камина. Тоже довольно прикольная. Прикольная история у нее, щемящая немножко. Это... Я учился в мединституте в Новосибирске. И получилось так, что на меня настучали, и причем не просто, что есть такой как бы невыдержанный человек, неблагонадежный, а у меня к тому времени было, наверное, свыше 30 песен написано, и тексты моих песен снесли в Комитет государственной безопасности. Ну и началось. В общем, продолжение этой истории заключается в том, что меня решили пнуть из мединститута. Я был на 10, это 10 семестр, там надо учиться 6 лет, я учился без малого 5. И в апреле 1984 года было решено меня исключить. И я не стал дожидаться общеинститутского собрания, на котором должен был решаться мой вопрос. Ну, там все должно было быть по полной. Реально, общеинститутское собрание, то есть гражданская казнь, там студент Наумов как-то докатился до жизни такой, в общем, все по полной. Я купил билет Новосибирск-Москва за сутки до этого собрания. Собрал маленький чемодан со сменным бельем, гитару, матерчатый чехол и отвалил. Это звучит, в принципе, как такое, ну... Но состояние внутри, оно было жутким совершенно. Состояние загнанного зверя. И вот это прикольная вещь, когда ты находишься в состоянии достаточно благостном, рождаются подчас песни стрёмные и экстримные, как другой полюс того экватора, на котором ты находишься. Ты сидишь под тропическим деревом, открываешь пасть, и туда прямо падает спелая манго. И вот эта идея артистического экстрима, она является чем-то, что уравновешивает твое состояние, вот, в котором тебе в кайф. Но когда тебя заносит на Северный полюс, где есть вот это убивающее вьюга, и где вот просто вот оно летит, и это минус 50, минус 60, оно вот колет тебе в лицо, то твои мечты из этого реально экстремального состояния, они как раз вот это мечты об экваторе, мечты о тихом доме, в котором будет теплое, спокойное пламя камина, где ты отогреешь свои обмороженные руки. И вот это просто, это удивительно, когда такой художественный опыт, он случается на предпосылках вот этих турбулентных состояний, в которые приходится попадать, что потребность и мольба о мире и покое приходит тебе тогда, когда ты ее лишен. Когда она у тебя есть, тебе хочется на край. Но когда ты на краю, хочется вернуться в эту точку. И эта песня, она написалась ровно в том поезде, на котором я отвинтил из Новосибирска, как раз где-то посередине, я где-то на подступах к Уральским горам, откуда я родом на самом-то деле, эта вещь родилась. Декабрьским вечером у камина. Вот она ровно об этой мечте о камине, которого нет, когда ты продираешься по заснеженному пространству. Thank you.
спасибо, какие вы классные. Вот волшебно, на самом деле. Я не знаю, это очень прикольное состояние, понимаете, какая вещь. Я рок-н-ролльный музыкант, мне 55. И я в этом с 6 лет, я услышал Битлз в 6 лет и захотел стать звездой рок-н-ролла. То есть 49 лет ребенок шлепает вот по этому пути, да? Параллельно есть другая ипостась. Мне невероятно созвучна ренессансная живопись. Полотна Боттичелли, Дюрера, да Винчи и позднее Брейгеля, Босха. И вот этот момент, как будто мне внутренне хотелось писать звуковые полотна так, как их где-то вот на стыке, как если бы это было между Боттичелли и Босхом. То есть вот эта светлая и темная сторона, вот эта точка, найти вот эту точку сечения, когда есть равновеликое состояние между вот этим дневным и ночным началом, и при этом, чтобы там была вот эта терпкость и качество, которое нам досталось от ренессансной эпохи. И когда концерты происходят вот в таких сладких залах, как этот, это очень близко к тому, чего хотелось, потому что я рок-н-ролльный музыкант, но как будто осуществляется вот это желание через звуковую вибрацию передать дыхание той эпохи, которая шла из этих полотен. Следующий номер тоже довольно прикольный. Когда мне было 17 лет, это 79-й год, вся страна, не отлепившись от экранов, смотрела четырехсерийный телевизионный фильм «Говорухина. Место встречи изменить нельзя» с Высоцким в главной роли. И там был обалденный момент где-то в третьей серии, когда актер, по-моему, его играет Конкин, следователь, который пытается закосить под бандита, он попадает к этой черной кошке, и там возникает такой эпизод, когда эта банда, она пытается его вывести на чистую воду, в общем, просто, что он косит под то, что он, в общем, такой простой, но у него руки музыкантские, пальцы тонкие, и говорит, как ты? Он начинает играть, по-моему, там, прелюдию Шопена или что-то, в общем, что-то очень, очень рафинированное. Там есть такой персонаж по имени Промокашка, который говорит, ну, ты, я так смогу, ты Мурку могешь. А мне 17 лет, и я играю на гитаре. И мне стало любопытно, могу ли я на гитаре сыграть Мурку. Я стал исследовать это пространство, и просто обычно вот этот момент, он важен довольно, что я не иду от мелодико-гармонической структуры, я иду в первую очередь от пульсации. И я выяснил, что по раскачке Мурка – это минорный ритм и блюз. Помимо Битлз и Лед Зеппелин, я также слушал записи Аркадия Северного. А у него было немало номеров, которые были написаны на классические еврейские темы. Я стал исследовать 7-40 все вот эти дела, и выяснилось, что они как лапочки, они укладываются вот в эту структуру минорного ритм-н-блюза. Это 79-й год. Я этим побаловался 3-4 месяца, и потом это закинул, потому что в моих планах было собрать рок-группу и самому играть на бас-гитаре. Мрачно в правом углу сцены так ковырять бас-гитару. Но получилось так, что группу мне собрать не удалось, и уже в 85-м году, в 23 года, когда я понял, что мне надо через один инструмент передать ансамблевый звук, я стал искать подходы. В топку этих исканий полетели наработки меня, когда я учился в 10 классе. И в 85-м году в Питере была написана вещь, в которой реминисценции звучат вот эти вот искания, которые спровоцировал фильм «Место встречи изменить нельзя». Композиция эта называется «Нью-Йорк, 5-я авеню». Но написана она не в Нью-Йорке, она написана в Питере в ноябре 1985 года. Понеслась.
Живы еще? Финальный номер перед объявлением перерыва, это, наверное, для меня самого, это, пожалуй, наиболее значительный номер инструментальный, который мне посчастливилось написать, но его предстоит еще надлежащим образом оформить. Он был написан в Питере, и он был написан в предрассветное время, когда вот начинается вот это красное зарево и черные дома города на фоне вот этого красного неба. И когда я увидел, это было настолько состояние, оно стрёмное, жуткое, сладкое, оно просто вогнало в ступор. Вот этот момент, вот это рождение нового дня в городе, вот из этой черноты, вот этих коробок. Я написал песню, которая так и называется «Утро в городе». Thank you.
Первая композиция второго отделения называется «Космос». Помощи Аллаха.
помощи Христа. И раз случилось так, то да будет так. И те, кто смогут, да поймут и да простят мне этот путь сквозь оболочки разбуженных, расхристанных и размагомеченных душ сквозь магнитное поле. Те, кто живы, кто мертв. Солнечной ночью, прорвавшись наружу, я отомкну замки. Oh,
Нью-Йорк. Это очень прикольный опыт. С одной стороны, я попал в пространство, которое меня омывало музыкально с очень раннего возраста. И вибрационно это дом, который узнаваем и в котором мне уютно. Но при этом был опыт написания песен на русском языке, и там, по крайней мере, в моем творчестве очень-очень сильно была проявлена эмоция надрыва. И это правда обо мне, и это то, что мою душу приводит в движение. И когда я попал в поле английского языка, я увидел, что английский поделикатнее. Он в принципе, там тоже кровоточит, и все-таки захлест показался мне меньшим, чем тот, к которому привык, и который я рассматривал как некую словную норму вот этой распахнутости. И у меня был вот этот вопрос, смогу ли я написать песню на английском языке, в которой я смогу передать тот нерв, который мне удавалось передавать на русском. Безотносительно того, оказался ли эксперимент успешным, а именно такая постановка вопроса, она побудила меня написать тот номер, который я вам сейчас исполню, номер на английском языке, который называется «I feel fine». Da 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 da.
you'll be the next. I'm a goner. I'm a tired guy, and my big time is dying on the corner. Yeah, I'm on fire. What do I have to lose? But did you get what this is all about? Crucifying fire of my insane youth. I've never thought that it'll be so hard to say goodbye. But what I'm saying is my last goodbye. Stone. I'm a perfect stranger, I'm a rolling stone. Yeah, and I find I'll never come back home. I will be gone with a thunderstorm. I will be gone with a thunderstorm. Кто сможет помочь? Был на цепи, но зато ты был ими любим. Вера в себя сильнее, чем эта любовь. Ты не растоптан, но ты остался один. Выход наверх всегда через боль. Oh,
хочет мать твоих снов примет она лишь одна. Пусть холодна, день недостойный отец от неправды бегущих снов в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добраться до дна. Кровоточащем небе, в немом хороводе, невидимый смог заключил нас в объятья. И я задыхаюсь, и будто уходит земля из-под ног, где вы, сестры и братья, в лицах столиц, вдоль растерянных улиц, перемещаясь потрепанным войском. Мое поколение впервые столкнулась с тем, что стальная стена растекается воском, но не закрывай глаза, на исправных тормозах не уйти за пределы. Похоже, мы ожили, вроде все вжило. Мы громко орем от расболтанных нервов. И я удивлялся, как нам разрешили. Я был уверен, что это маневр, но недавно я понял, это более круто. Здесь не тысяча роз, а гораздо серьезней. Они нас раскрутят, чтоб забраться к нам внутрь. А когда мы опомнимся, будет уже слишком поздно. Но не закрывай глаза, в отказавших тормозах шанс отведать свободы. Только нет пути назад. Круговая порука — это нынешний день
сделал вид, что собрался открыть двери клеток. Чьи-то ловкие руки расправляют нам крылья, но всего лишь за тем, чтоб снять гипсы вы слепы и толкнуть по дешевке. Но хорошо, что первый шок отпустил нас так рано. Она пасашок, рок-н-ролльное шоу перед стадом баранов с демонстрацией незаживающих ран. Не закрывай глаза в отказавших тормоза, шанс приблизиться к небу, только нет пути назад. Праведный друг призывает идти на великую битву. Я поначалу чуть не пожал ему руку, но в последний момент я заметил, там спрятана бритва. Не закрывай глаза в отказавших тормозах, все шансы погибнут, только нет пути назад. Мы те, которым нет пути назад. Важное для меня. Эта песня будет завершающей сегодня. Это такой гранд-финал. Называется эта композиция «Сарабанда». Thank you.
дорогам иди, не гляди. Видишь, время невидимым ремнем пристегнуло мой город к земле, задушив его голос. На колени павший город, не в могиле, в мгле. Эй, в этом городе я не жилец, где мой пулезащитный жилет. Я жил его так много дней, но ты умнее, ты стреляешь в горло. Я покинул этот город в день закрытых дверей. Я набегу, губы в последнем смешке. Жил среди иголок в стогу, вырос жилой в мешке, чтобы уйти в чемодан. Музыку
и музыку. Я твой новорожденный сын, Сарабанда. Слушай музыку в мире, который война, Сарабанда. Слушай музыку, я ангел поднявшийся с дна, Сарабанда. Слушай музыку, это все, что я в силах отдать, Сарабанда. Слушай музыку.